Главная тайна Марса раскрыта. По крайней мере, в этом уверены ученые американского аэрокосмического агентства НАСА, обнаружившие на Красной планете настоящие реки. Как было объявлено на сегодняшней пресс-конференции в НАСА, на Марсе существуют сезонные потоки жидкой соленой воды. Астрономы выяснили, что марсианские реки можно наблюдать на склонах планеты в теплое время года. В холодные периоды они исчезают. Ширина потоков не превышает 5 метров. Выводы были сделаны после обработки высокоточных снимков с орбитального марсианского аппарата. Теперь мы знаем, что Марс когда-то был планетой, очень похожей на Землю, с теплыми солеными морями, пресными озерами, снегом и, вероятно, круговоротом воды в природе. Но что-то случилось, и он потерял всю свою воду. Это действительно интересно узнать. Думаю, необходимо послать на Марс астробиологов и планетологов, чтобы узнать, есть ли сейчас жизнь на Марсе. Напомню, на Земле уже готовится первая экспедиция на Марс. Коммерческий проект «Марс-1» планирует отправить на Красную планету четверых астронавтов в 2025 году.